Всем приветики, с вами Дейдара 2, а не один, и мы находимся в геймзоне. Сегодня у нас, точно вам скажу, 22 марта, и в принципе куча игр там разных привезли, я вам выставлял многие. Пойдемте, вам покажу, да и просто, чтобы был видос. Почему бы нет? Короче, ребят, смотрите. На Хабокс не буду вам показывать игры, потому что это Хабокс. Да, там еще игры на ПК, я их что-то не показал, но они вон там, короче, стоят. Там, в принципе, ничего особо интересного. Там что-то, ну, Call of Duty, Resident Evil, Fallout, и, в принципе, ничего больше особого нет. Я решил записывать такие видосики иногда. Почему бы и нет, в принципе. Вот я сижу, сейчас особо никого нет. Тишина, спокойствие. Может, там телек посмотреть, там For Honor сейчас идет. Ну, что сказать, работа нравится мне. Сейчас у нас времени, сейчас посмотрим, секундочку. 5:30. Мне сегодня сидеть до 10, так как у меня ушел директор в инкассацию, я буду сидеть до 10:01. В принципе, я уже так не раз делал, я и больше оставался по времени там. Максимум я оставался один, по-моему, на 6 или 7 часов, что-то такое вот. Это, конечно, жестоко, когда так много. Но, с другой стороны, вот когда, например, 5 часов самое то посидеть, залипать в сериальчики и тому подобное. Да, иногда заходят, там что-нибудь спрашивают, им рассказываешь, показываешь. Ну, это несложно. Также можно отходить, ну, допустим, каждые полчаса на минут 5. Ну, я как бы хожу иногда, когда мне надо в толкан там сходить куда-нибудь, там знакомый придут или что. На 5-10 минут может вполне уйти. У меня все еще майка этого гребаного Титанфола, которая беспонтовая. Также есть майка с Gears of War, и все. Пока других майок нет. На складе у нас лежат, кстати, там еще Mass Effect, UFC и тому подобное. Сегодня привезли какашечку под названием No Man's Sky. Потому что я не знаю, кто ее покупает. Это такая ужасная игра. Ну, многие и так знают, наверное. Что? Да, появилась классная Lego World. Ее завезли второй раз, тоже один диск, как и тогда. Мир, к сожалению, не завезли. Мир завозили. Ох, почти в день релиза, по-моему, на следующий день. Типа она вышла, и на следующий день завезли одну. Одну ее сразу купили. Как обидно, я бы сам, честно, поиграл. Один мой знакомый выбил платину уже в ней вчера. Вы прикиньте, платину. Он мне присылает в час ночи, у меня платина. И фотка, я такой, ничего себе, думаю. Ой. А я играю, в принципе, в Якудзу, который мне дал Леха, мой друг, поиграть. Классная игруха. Ну, если вы не знаете английский, даже не советую вам. Не советую туда входить. Потому что английский там суровый, они друг друга подкалывают, есть тонкие такие фразы. В принципе, покачать английский, поиграть, самое то. Как открытый мир, в принципе, открытый город, точнее. Очень клево. Также клево, в принципе, и различные там мини-игры, и файтинг, вот эта система. Ну, битэмап, скажем так, он скорее похож на битэмап такой. Можешь брать разные вещи, оружие. Так что вот так вот. Ладно, я буду, наверное, смотреть сериал. Или работать, или еще что-нибудь делать. А с вами был Дейдара 2. И всем бай-бай.